Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макла. Сегодня буду делать чехол на свой маленький походный топорик. До этого у меня было вот такое вот чудо. Вот. Сегодня буду исправлять это дело. Кстати говоря, топор я тоже делал сам. Это советский топорик. Видео уже есть на канале о том, как я его переделал. Можно посмотреть. Сегодня займусь изготовлением чехла. Вот такой вот кусочек кожи у меня на это пойдет. Давайте приступать. Для начала нужно сделать выкройку нашего топора. Для этого берем листочек и отмечаем среднюю линию. Прикладываем топор вот таким вот образом. И обводим. Переворачиваем, совмещаем. Теперь нужно сделать напуски на шов. Складываем пополам. И вырезаем нашу выкройку. Таким образом вырезаются сразу две половины. Ее нужно перенести на кожаный кусочек. Берем специальную ручку, которая пишет по коже. И... держим. Боюсь отрезать плохо, поэтому буду использовать трафарет в виде граненого стакана. Вот такая форма, соответственно, вот так это будет выглядеть. Из вот такого кусочка мы сделаем хлястик, который будет застегивать наш чехол. Прежде чем продолжим работу, прежде чем будем так соединять вот эти концы, нужно приделать хлястик. Будет у нас вот здесь находиться. И чтобы правильно это сделать, примерить и отметить. И пробиваем сразу два куска кожи. Получилось у нас 4 отверстия. И ставить мы будем вот на такие кнопки. Ставятся две кнопки. Вторая. И та же история с другой стороны. И потом расклеивается. Вот так у нас получилось. Можно было, конечно, здесь посадить на клей, но это совершенно не обязательно. Так, ну и с этой стороны надо поставить заклепку. Пробиваем отверстие по центру. И устанавливаем здесь заклепку. И устанавливаем сюда вторую часть. Вот так.
кстати, как устанавливать заклепки, есть отдельное видео на канале, его тоже можно посмотреть, поэтому греметь тут в кадре особо не хотелось. Надо сделать еще одну вставку. Теперь эту вставку мы размещаем вот в этой части. Топор у нас будет располагаться вот здесь. Должно получиться неплохо. Мы ее сюда сейчас вклеиваем. Клей подсох, мы ему в этом немножко помогли. И теперь можно склеивать. Аккуратненько. Прикладываем. Так, и потом нужно будет постучать. Это обязательно. Простучал я край. И самое время немножко клей капнул. Страшно. Самое время обработать торцы. Дальше надо, по идее, сшить. Вот как, например, вот на этом, да, я сделал прототип для того, чтобы посмотреть, как делает. Такая тонкая кожа была. Вот такой чехольчик. Но, во-первых, это была пробная версия. Здесь не очень ровный шов. Здесь разных цветов заклепка и люверсы. Вот, поэтому я решил, что это не очень хороший вариант, это пробный. А вот это уже будет на чисто. Соответственно, так, так, так. И вот так. Вот. Можно сшить, а можно поставить сюда 3 или 4 вот такие же заклепки. Я думаю, будет даже поинтереснее смотреться. Тем более, что один я уже шил. Это долго и хлопотно. Ну, а этот я поставлю на заклепки. Погнали. Здесь у нас будет 5 заклепок. Здесь их расклепывать. С этой стороны будет как-то вот так. И теперь нужно завосковать шов. Берем свечку. И на этом производство чехла для моего топора будем считать закончено. Оп, примеряем. Защелкивается, держится. Вот так, это чуть-чуть в натяг, он потом обляжется и будет очень даже неплохо. Вот, здесь еще можно будет сделать потом из остатков кожи такое кольцо и, соответственно, кольцо для подвешивания на ремень. Но это будет в следующий раз, друзья. Один чехол, вот тот, который я сделал пробный. Друзья, это был канал Миклуха Макфлай. Делайте вещи своими руками. Пишите в комментариях, как вам такая вот штука. Пока-пока.